Александр Хорев и я, Игорь Сандер. Добрый вечер. Да, и как раз сегодня первая программа. В гостях, конечно же, если приглашать на программу рок-н-ролльщика, то, конечно же, открытие должен сделать Артемий Троицкий. Артемий, добрый вечер. Да, ребят, привет. Это для меня большая честь, что называется, it's an honor. Тем более, что я не музыкант, как вы прекрасно знаете. А именно рок-н-ролльщик. Вот. Ну, рок-н-ролльщик скорее по жизни, хотя до некоторой степени по профессии. Вот те, кто видит это видеоизображение... Это рок-н-ролл, да? Да, могут видеть мою сломанную ногу в большом шерстяном носке. Вот, приковылял я сюда на костылях. Да, это рок-н-ролл, то есть это кураж, 8 марта, дети, жены. Пушки заряжены. Да, и всякие веселые катания. Короче, рок-н-ролл в тебе живет вовсю, и ты это сейчас даже демонстрируешь. Да? Нет, но рок-н-ролл уж это или есть, или этого или нет. То есть за деньги не купишь, есть, да? Есть люди, которые к этому генетически или ментально, или темпераментально предрасположены. Есть люди, в которых этого никакой дубиной не вобьешь. То есть, которые как были, ну, скажем так, не рок-н-ролльщиками, да, попсовичками, там, скажем. Но подделываться типа под рок-н-ролл косят, это видно сразу. Ну, да, во всяком случае, даже при небольшом опыте, в общем-то, фальшак от real thing отличить довольно нетрудно. Тем более профессионалам, которые реально это чувствуют душой. Вообще, на самом деле, рок-н-ролл — это то состояние души, которое ты ощущаешь изнутри. Это каждая клеточка твоего организма живет этим всегда. И ты рок-н-ролльщик и в бизнесе, и в работе, и в отдыхе, и кто везде. Не мешает быть рок-н-ролльщиком в литературе и в кино. Есть ребята, которые, надо сказать, полностью подтверждают свою рок-н-ролльную репутацию и в тех сферах искусства, которые, ну, формально, по крайней мере, к музыке прямого отношения не имеют, да, то есть, скажем, Квентин Тарантино, да, ну, такой совершенно заядлый, можно сказать, рок-н-ролльщик. Это, собственно, видно и по его саундтрекам, я уже не говорю там о тематике тех людей, которых он снимает и так далее. А есть такой пример, как Гай Ричи, который никогда не позиционирует себя как рок-н-ролльщик, но его работа свидетельствует о том, что в душе у него рок-н-ролл какой-то не прекращающийся. А, по-моему, Гай Ричи как раз последний фильм называется «Рок-н-ролльщик». Да, нет? Да, да, да. Ну, собственно, он и женушку себе такую взял, сейчас же, по-моему, отслоил ее, да? Да. Но она была более попсовая, но тем не менее... Поэтому для поп-музыки, надо сказать, что женщина редкого темперамента и редкой смелости. Артем, скажи, пожалуйста, вот в ощущении рок-н-ролла, на ваш взгляд, что первично, окружение или некое врожденное чувство? Среда. Мне трудно сказать. Мне в этом смысле очень повезло. То есть я родился в правильное время. Я родился в 55-м году. В 63-м году мне было 8 лет. Я впервые услышал... Ну, мы тогда с родителями жили за границей. Я там впервые услышал рок-н-ролл, Битлз, Бич Бойс, там каких-то еще, значит, тогдашних ребят. На 45-очках еще у французских друзей. Вот меня эта музыка сразу захватила, и, собственно, у меня уже даже и выбора не было. Все было ясно, все было предопределено. Правда, впоследствии, разумеется, ну, бывали такие ситуации, отклонения, когда, как говорится, перед молодым героем стояла проблема выбора, вот, или туда, или сюда. И надо сказать, что на всяком таком перекресточке я всегда четко брал влево. То есть в сторону рок-н-ролла. То есть, скажем, я не стал ученым, хотя, в общем-то, у меня были для этого все предпосылки. Ну, я уж тем более не стал делать какую-то карьеру, там, скажем, государственную или телевизионную. Вот, хотя, я не знаю, в курсе вы или нет, но с 91 по начало 94 года я был главным редактором музыкального вещания телеканала «Россия». То есть это себе трудно представить. Вот серьезно, тот самый, да, телеканал «Россия», на котором теперь булькают там все эти... Да, Димы Биланы, там какие-то... Короче, значит, катастрофа наша. Тимати, да, там и прочие ужасы. Вот я когда-то был главным человеком по музыке на этом канале. Да, в течение 3 лет. Но, в общем, потом я понял, что я один с этой Авгеевой конюшней не справлюсь. Вот, и ретировался. Поставил крест, значит, на телевизионной карьере. А что были в те года? Вот какие группы тогда звучали, что ты пропагандировал? Я в разные годы пропагандировал разные группы. У меня просто была
такая привычка, в общем-то, я считаю, что хорошая привычка, хотя не всем она нравилась, и не всем она до сих пор нравится. Я, в принципе, всегда, как говорится, задрав штаны, бегу за молодежью. А мне очень нравится всякое новье и свежак, которое происходит. Здорово, да. То есть я смотрю просто... Большинство моих друзей, они уже как бы каждый для себя что-то нашел. 70-х остановились, да? Кто где? Кто-то, кто-то, кто-то в 50-х, скажем, есть у меня друг такой, знаете, может быть, Боря Симонов, хозяин магазина «Трансильвания», да, в общем, лучшего, я думаю, пластиночного магазина в России, ну, полагаю, да, что одного из лучших в мире даже. Вот, у него 50-е годы, его, в общем-то... Битлз уже не его тема. Да, все, что, значит, с длинными волосами, это его уже его интересовать перестал. Естественно, огромное количество народу, Битлз, Стоунс, Бич Бойс, то есть... 60-е. Потом хард-рок, соответственно, да. Игры. Моя история, да. Хард-рок, прог-рок, 70-е годы, ну, там, в диапазоне от Саббат, там, до Кинг Кримсон, да. Чуть раньше даже. Конец 60-х, он уже перешел в 70-е. Да, да. Ну и дальше, панк-рок, ну и так далее. Потом, у кого New Wave, у кого Depeche Mode сейчас там, как бы вот они вот это вот, там, Duran Duran, вот эти все, у кого Nirvana. Да, вот, а я все, естественно, это помню, я все это знаю, вот, и люблю, нет, ну что-то люблю, что-то не очень люблю, вот, скажем, группу Queen я терпеть не могу. Вот так дальше. Почему я стал кстати, потому что вот прямо сзади меня. Посадим по-другому, там Металлика, Назарет, Джимми Хендрикс, вот это нормально. Джимми Хендрикс, это мой парень. Фрэнк Заппа тоже мой парень. Мой любимый Джим Моррисон. А поэтому мы тебя посадили на фоне Джимми Хендрикса. Ну отлично, ну вот. Но при всем этом я постоянно, ну... И как профессионал, и как меломан, мне все время интересно, что там нового происходит. Вот. Поэтому я все время, как бы, иногда даже без особого удовольствия, ну, заставляю себя... Нос по ветру держать. Слушать массу всякой новой музыки. Вот, соответственно, если говорить о пропаганде, то в 70-е годы мои первые статьи вообще были там, это, Led Zeppelin, Deep Purple, из наших, разумеется, «Машина времени», «Пинк Флойд», «Абба», «Прабу» даже писал. Вот, это были 70-е годы, как бы очень актуальная для того времени музыка, да. Потом панк-рок, нью вейв, вот, потом пошла там всякая, вот это наша уже такая, как бы новая волна, питерское кино, аквариум, там всякие ребята, вот. Так что, ну, я все время старался поддерживать молодняк. Потому что такие эмоции. Энергия, да? Отчасти поэтому. Отчасти, потому что молодые люди, это всегда какая-то новая, свежая информация. Мне всегда было интересно вот, ну, испытать какие-то новые ощущения, что ли. А, вот, поэтому, ну, я помню, я был на самом первом концерте, например, группы «Браво» на велотреке. 80-е... В Крылатском. Это был декабрь 83-го года. И можете себе представить, значит, наш тогдашний рок... Это уже с Жаной? С Жаной, естественно. И с самого начала были с Жаной. Наш рок или подпольщики там типа Цой, Гребенщиков и так далее. Такая смурная, муторная, такая депрессивная музыка с таким социальным подтекстом. Или, с другой стороны, скажем, наши хардовики... Вот там, скажем, Валера Гаина там и так далее, там Володя Кузьмин, вот. А тут вдруг «Браво», абсолютно вообще какие-то новые ощущения. Я вообще не думал, что да, у нас в Советском Союзе могут быть какие-то ребята веселые, позитивные, какие-то безбашенные, что девушки могут петь рок-н-ролл. У нас же до этого, до Агузарова, у нас же были вообще одни мужики. Ну вот у вас в Интерграйле, кстати, был очень редкий экземпляр девушки. Ира Комарова на скрипке. Да, да. Но это было исключение, подтверждающее правило. Вот «Браво» это у нас, а у них? Ну, у них, я помню, примерно в то же время, в общем-то, «Браво», они же взялись не с пустого места. С пустого места. Тогда очень популярно было вот это рокобили, психобили и так далее. Самая популярная группа, естественно, это был Брайан Сетцер и Стрей Кэтс. Все, вот их сейчас и послушаем.
замечательно, настроение великолепное. У Саши Хорева есть вопрос. Мой вопрос, как у журналиста, скажите, пожалуйста, Артем, на ваш взгляд, вот условия советского вот этого информационного вакуума были ли они благоприятны? Мне кажется, что были, потому что каждое слово, оно обнималось с таким удовольствием, с таким вниманием и отзывалось просто резонансом чудовищным в массах. Сейчас совсем не такая история, правда? Да, Саша, вы абсолютно правы. Я считаю, что мне в этом смысле просто невероятно повезло, потому что тогда любая информация о рок-музыке была в невероятном дефиците. То есть музыку еще худо-бедно слушали, потому что был черный рынок, были вражьи голоса, были там какие-то не вражьи, но иностранные голоса, там радио Люксембург, там радио Свободная Европа и так далее, где было много хорошей музыки. Но информации не было. Поэтому я помню, ходили тогда по Москве, ну, всевозможные слухи, там, Led Zeppelin расстреляли, там, Битлз же не Битлз, все поняли. Да, и выступали перед политбюро в аэропорту Шереметьево. Закрытый концерт был. Да, после чего, значит, написали песню Back in the USSR. То есть, вот этих слухов, апокрифов было огромное количество, никто толком ничего не знал. Я знал просто потому, что я уже тогда хорошо знал английский язык и был как бы подсоединен к некоторым средствам массовой информации. Особенно после того, как я стал писать в журнал «Ровесник», и в журнале «Ровесник» по моему настоятельному требованию они подписали специально для меня New Musical Express. Вот. И я, значит, вообще был супер привилегированным парнем. Получал этот самый казенный New Musical Express, правда, я не мог его выносить даже за пределы редакции. Изучал там. Спецхран, все, зараза. Да, изучал там. Защиты. Радиационные, нет, ну нормально. Серкопии тогда делали. Да. Но это все называлось контрпропаганда, на самом деле. Вот, поэтому я очень быстро прославился, то есть уже там вот эти первые парочка моих статей про Led Zeppelin и Deep Purple. Какой год? Это 74-75 год. Вот, уже я стал как бы большим авторитетом. Никто не знал, как меня зовут. Уж все было подписано просто А. Троицкий, да? Более того, мне потом многие рассказывали, что были уверены, что А. Троицкий это вообще это какой-то... Псевдоним, да? Не-не-не, что это какой-то то ли журналист-международник, который там разъезжает по всяким странам. Меня на самом деле впервые выпустили в Британию в конце 87-го года, то есть спустя много-много лет. Вот. Многие считали, что это какой-то КГБшник, потому что никто не понимал, что как может человек столько всего знать, значит, об этих группах и как бы так и быть на свободе, да? Спокойно этой информацией распоряжаться. Вот. И поэтому действительно тут еще надо понимать, что в Советском Союзе вообще отношение к средствам массовой информации было гораздо более трепетным, чем теперь в России. Там можно болтать, писать. Никто не обращает внимания. В общем-то, если это там не первый, второй канал телевидения, такие официозные, да, то, в общем-то, резонанс или минимальный, или никакой. Тогда, еще к тому же, это там, скажем, журнал «Ровесник», орган ЦК ВЛКСМ, «Советская культура», орган ЦК КПСС газета, там журнал «Клуб художественной самодеятельности», орган ЦК ВЦСПС. Короче, органами были окружены со всех сторон. Сплошной орган. Органы и щупальца, да, простирались повсюду, и поэтому к этому относились так очень... Серьезно. Даже, да, как... чему-то такому авторитетному, истине последней инстанции. Но надо сказать, что как бы это была палка о двух концах, потому что, с одной стороны, очень быстро там, да, я прославился и стал каким-то авторитетом, при том, что никто не знал, кто я такой, как я выгляжу и так далее. С другой стороны, очень часто реакция шла прям противоположной, потому что я, на самом деле, вот все, что я писал, при том, что это был совок, да, но я всегда писал честно и искренне. То есть каждому, я честно, искренне писал, ну, условно говоря, что группа Bonnie M мне нифига не нравится, вот, потому что это диск, это попсятина, музыка примитивная, тексты никакие там, прочее. После чего, я помню, в журнале
студенческие меридианы, у меня была статья под названием «Безбу не ем, не пью, не ем», вот, в которой я как бы высмеивал вот эту вот дискоманию нашу. Это ты придумал название? Нет, это была какая-то народная поговорочка. Вот, я помню, там пришли буквально, не вру, десятки тысяч писем возмущенных, где было написано «Вы Александр Троицкий», там было просто «А Троицкий». Никто не знал, что я Артемий или даже Артем, как меня в то время чаще звали. «Вы Александр Троицкий», а был такой белорусский эстрадный певец по имени Александр Троицкий. Такой типа Льва Лещенко такой вот. И неужели на него думали? Да, и там писали, вот вы, Александр Троицкий, Белоруссию, вы вообще поете? Полный отстой, поете какие-то убогие свои эти эстрадные песенки, а Бонни Эм, там это кайф, это там круто, это диско-музыка, да? Это модно, мы это любим и под это пляшем. Да. И таких песен, тьфу, песен. Смотри, и все-таки... Какие-то факин тысячи. И все-таки власти тебя пытались направить, естественно, тебя КГБ тогда вызывали, наверное, были какие-то разговоры, как-то пытались тебя сломать или нет? Меня власти пытались сломать, но немного по другому поводу и несколько позже. Значит, в плане моего, скажем так, эпистолярного творчества никто меня не направлял. То есть про рок-культуру тебя не направляли? Абсолютно. Не говорили, нет. Давай про Дин Рида пиши. Нет, единственное, что, естественно, во всех этих газетах и журналах, в которых я печатался, там был свой главный редактор, там были какие-то ответственные, да? Секретари и так далее. Естественно, они резали, они корректировали и так далее. Поэтому, скажем, когда я, наверное, году в 77-м, написал статью о своей, ну, одной из любимых своих тогдашних групп Henry Cow, вот была такая, ну, движение Rock in Opposition, в общем, такой прог-рок, такой очень замороченный английский, Фред Фрид у них был гитарист и так далее. И вот эти Henry Cow, они при том, что они, значит, были очень интересны с музыкальной точки зрения, такие как бы соратники King Crimson, Gentle Giant, Soft Machine, примерно вот из этого же, значит, кулы люди, но при этом они еще были там все каких-то левых взглядов придерживались. Ну, естественно, значит, написал я статью о Генри Кауде, там все было в основном об их музыке ля-ля-ля, но статья эта получила огромная, значит, такая шапка была такая, Генри Кау, ансамбль английских комсомольцев. Так что вот это, естественно, они тогда пытались адаптировать. Этого было сколько угодно. Ну, сейчас музыку, наверное, послушал опять. Да, но я думаю, что вряд ли Henry Cow как-то уже сейчас органично прозвучат, да, но я могу сказать, что тогда же, примерно в конце 70-х, я стал как бы первым человеком у нас, причем я как бы преодолевал и определенное сопротивление даже каких-то своих близких друзей, который встал на защиту и стал пропагандистом панк-рока и новой волны. О. То есть все мои друзья-приятели говорили, да ты что, да ты послушай, там, Tangerine Dream, King Crimson, Yes, там, вот эта музыка, да? А это что, три аккорда вообще и так далее. Я говорю, нет, говорю, ребят, всем... Цитировал Джои Рамоне, да? Да, это три аккорда, но это правильные три аккорда. Вот. И, соответственно, значит, я там очень много тогда писал о панке, и в частности, о группе The Clash, которую я очень любил, вот, и я предлагаю, значит, нам сейчас ее... Итак, группа The Clash. Клэш, да, отличная группа. Я, кстати говоря, я много позже, уже где-то, по-моему, в самом начале 90-х, я познакомился с Джо Страммером.
Мы с ним познакомились за кулисами одного концерта в Лондонском университете. Он уже тогда не практиковал, но оказался очень душевный парень. Поехали мы к нему домой. И там зависли до утра. Много бухали, я ему рассказывал про наши дела, он мне рассказывал про свои дела. В общем-то, парень... Было о чем поговорить. Да. У меня вопрос, как за такую критику. У нас почему-то панк-рок всегда воспринимался, что панк-рок играют те, кому лень учиться играть. Владевать индивидуальным мастерством, учить грамоту. У меня вот тоже знакомство, мы с этим тоже знакомы с некими панк-рокерами западными, приводит к другой мысли, что, в общем-то, это действительно состояние души, и очень многие люди владеют инструментами и обладают достаточно широким музыкальным диапазоном. Согласны с тем, что наши музыканты немножко неверно воспринимают это, а те, соответственно, представляются, то есть являются не теми, кем представляются. Ну, я бы сказал, что в отношении панк-рока имеются определенные стереотипы, да, которые, ну, отчасти, в общем-то, были самими панками и сформулированы. Может, скажем, имеется такой известный персонаж, покойный, по имени Сид Вишерс. Значит, считается, что вот такой вот типичный, такой самый настоящий панк, это именно Сид Вишерс. Но Сид Вишерс на самом деле на бас-гитаре играл очень плохо. И брал совершенно другим. Брал своей запредельной брутальностью, наглостью, дурными манерами поведения. Но это, естественно, как бы был скорее такой символ, нежели реальный панк-рок-музыкант, потому что если мы даже возьмем Sex Pistols тех же, то и Стив Джонс, гитарист, и Пол Кук, барабанщик, там были в высшей степени компетентные музыканты. Я уже не говорю о тех же Clash или тем более Stranglers, которые вообще играли на уровне прог-рока. Так что я так думаю, что панк-рокеры на самом деле могли бы играть намного сложнее, могли бы играть намного затейливее и виртуознее, если бы сами хотели. Но им это не нужно, потому что для них вот эта вот энергетика, да, она для них была, конечно же, гораздо важнее, чем демонстрация своих технических возможностей. Ну, а в России вот как-то получилось так, что наоборот. У нас действительно три аккорда выучил, и уже панк-рок. Почему? Ну, потому что неохота просто сидеть и учиться играть. Как ты думаешь, так это или нет? Ты знаешь, Игорь, я думаю, это не совсем так. Отчасти это связано с тем, что просто людям было негде репетировать. Потому что если, скажем... Даже, где репетировать нам с тобой? Ну, в 80-е, в 70-е, где мы репетировали? Дома, в подвалах, где угодно. То же нет, самое. Нет, но тем не менее, к началу 80-х годов у нас уже появились рок-группы, там и «Машина времени», «Автограф», «Интеграл», начинались там, мы в подвалах все равно. И многие, которые уже могли нормально репетировать. Понимаешь, я, скажем, помню ситуацию, значит, с теми же «Кино» и «Аквариумом», которым вообще играть было негде. У них вообще не было куда воткнуть электрогитары. И поэтому, скажем, группа «Кино», там, первые два их альбома, при том, что, ну, по музыке, по энергетике, там, по подаче, это, в общем-то, был панк-рок, но это были акустические альбомы, если ты помнишь, ну, да, алюминиевые огурцы и так далее. Так что отчасти это связано с этим, отчасти связано просто с абсолютным отсутствием какой бы то ни было технической базы. Ну, подожди, а уж еще, чтобы и барабаны где-то поставить, ну это просто... Слушай, барабанов у барабанщика «Кино» было так мало, это не фишка, он стоял с одним барабаном. Отчасти это было как бы, да, вынуждено. Хорошо, какую музыку мы сейчас поставим? Ну, я предлагаю поставить, ну, что-нибудь такое, что у нас было... Сейчас все очень энергично, я предлагаю поставить что-нибудь более душевное, ну, например, Тома Уэйтса. О, Том Уэйтс, великолепно, великолепно. Итак, в эфире Том Уэйтс. Oh, you're fine.
Артеме, ну и мне непременно хочется поговорить про современную музыку, потому что я ее тоже очень люблю, я так же, как и ты, слежу за всеми новинками, и всегда меня интересует, что сегодня, а еще больше, что будет завтра. Чем сегодня ты, что тебе нравится, что ты слушаешь? Ты говоришь, ты отслушиваешь очень много, и много тебе не нравится, но ты отслушиваешь. А что тебе нравится сегодня? Ну, во-первых, я хотел бы чуть-чуть отвести от Тома Уэйтса, да, потому что Уэйтс как раз, на мой взгляд, человек, который, с одной стороны, вот если формально посмотреть, то, в общем-то, это не рок-н-ролл. Все-таки он блюзовый певец, баллады, блюз, даже да. Блюза, джазовый певец, в общем, то, что можно было бы назвать, по аналогии с нашим балетником, американский шансон такой, да? Местного разлива. Или американский бард. Да, да. Вот. Нет, он берет обертонами своими, тембром голоса, конечно. Но при этом, так же, как Высоцкий, ну, на мой взгляд, это чистый рок-н-ролльщик, то есть такой же беспредельщик, такой же энерджайзер, такой же по духу. Человек, как бы, ну, не берет пленных это точно. В своей жизни. Вот, да, значит, теперешняя музыка. Ну, надо сказать, что мои наблюдения над современным рок-н-роллом, они скорее, я боюсь, в общем-то, носят такой печальный характер. То есть у меня есть такое ощущение, что где-то в середине 90-х годов такое поступательное развитие рок-музыки закончилось. В каком-то смысле я считаю, что и так рок, ну, очень долгое время, дольше, чем какой-либо другой музыкальный жанр, держался на гребне. То есть можно считать, что с середины 50-х годов все 60-е, все 70-е, все 80-е, в общем-то, рок был главной музыкой. Ну, естественно, если мы не берем академическую музыку, джаз и народную музыку, то главной музыкой, скажем так, актуальной был именно рок. А, к сожалению, в общем-то, ну, последними такими большими новостями из области рока, на мой взгляд, было что? Ну, естественно, гранж. В начале 90-х вся эта сиэтлская сцена, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и так далее. Но уже гранж, на мой взгляд, по сравнению, скажем, с той же новой волной, вот, это все-таки была музыка такая не первой свежести, скажем так. Потому что, в принципе, та же Nirvana, да, это скорее такой как бы истеричный хард с таким с легким надрывом, да? панк-надрывом, да. Вот. А потом, соответственно, в середине 90-х брит-поп, то есть Oasis, Blur, Pulp, там вот все вот эти ребята, но это же явно уже было такое как бы полуретровое направление, то есть очень они, конечно, сильно заимствовали все и у Beatles, и у Kinks, и у Yardbirds. Микс такой, да. Вот, у всех этих ребят. В общем-то, после гранжа и брит-попа таких ярких новых роковых направлений не было. То есть можно говорить о чем? Можно говорить о пост-роке, да? Но пост-рок, в общем-то, это музыка такая сугубо меньшевистская. То есть это музыка сложная, музыка, в общем-то, даже гораздо более, скажем так, элитарная, чем прогрессив-рок, да? Вот. Она уже ближе к камерной музыке, как бы, по складу. Что еще? Ну, скажем, вот то, что называли рейв-рок или нью-рок, вот все эти ребята, типа Франц Фердинанд, Кайзер Чифс, Клаксоны и так далее. Ну, в общем-то, очень симпатичная группа. Франц Фердинанд, вот конкретно, очень они мне нравятся, я считаю, прекрасная группа, кстати, как я много об этом уже и говорил и писал, очень похожие на наших кино. Я вот этому Алексу Капранусу, я ему подарил даже сборник группы кино и показал ему там пару песен кино, которые просто в ноль, да? Один в один. А, значит, там вот рифы из Франц Фердинанда. Вот. Надо сказать, что ему это очень понравилось. Вот он вообще, кстати, Капранус, он такой до некоторой степени русофил.
Вот, он очень любит советское вот, искусство 20-х годов, весь вот этот агитпроп, пролеткульт, вот все вот эти вещи. Они были в России как раз, Саша, да. Интервью, и с ними тоже знакомы, великолепно. Вот, очень хорошие ребята. Капранс, я считаю, шикарный сонграйтер. Ну, вот, но тем не менее, сказать, что Франц Фердинанд это прорыв там, в какие-то новые конечно. Сферы, нет. Но я думаю, что было бы неплохо их послушать. Вот это и сделано. Группа Франц Фердинанд. Группа Франц Фердинанд. Мы говорили о том, что... Все-таки 2000-е было продолжение. Вот Audioslave, я его просто очень люблю, эту группу. Салаева, это такое, действительно, продолжение гранжа, безусловно, это Soundgarden, Rage Against the Machine, продолжение. Но очень мощное движение все-таки от этих групп было. И я каждый год езжу на фестиваль Download в Лондоне, это громадный фестиваль. Так вот, в 2004-2005 Audioslave там хедлайнерами выступали. То есть они... мега популярны были. Вот ты все-таки как к этому направлению относишься? Ну, я, честно говоря, от металлизма я отслоился довольно давно, еще где-то в середине, ну или ближе к концу 70-х годов. То есть меня гораздо больше увлек панк, новая волна, электропоп, вот эти все направления. Вот, поэтому... То есть металлика... Нет, ну, естественно, как бы на фоне это все шло, и новый альбом я слушал. Вот, но это уже было, скажем так, не по центру моих интересов. На мой взгляд, как раз вот где-то в начале нулевых годов именно металлический рок стал довольно интересно развиваться. Абсолютно. Вот, я имею в виду только ни в коем случае не вот то, что иногда называют Adidas Metal, да, вот все вот эти Limp Bizkit, вот, вот все эти Linkin такие, Park, да? Да, Linkin Park, такие, в общем-то, ну, попсовые, прям скажем, металлические группки. Я имею в виду, напротив, скандинавский металл, да. Вот все эти, всех этих блэк-металлистов и так далее, вот всяких таких металлических трошевиков и так далее, вот тоже и много интересных групп, да, вот, и в том числе и группы типа Audioslave, которые как бы совместили вот металлическую основу, всю вот эту тяжесть безумную, но уже с современными технологиями, с такой серьезной электроникой и так далее. Я бы сказал, что Рамштайн, в принципе, можно до некоторой степени в эту же упряжку вогнать. То есть, в принципе, в общем-то, металл, в отличие даже, может быть, от многих других направлений рока, он как раз в последние десятилетия дал довольно много каких-то интересных вещей. В каком-то смысле он стал даже... смыкаться с какой-то авангардной музыкой, да, вот, вот все эти группы, которые играют так называемую музыку в стиле дроун, да, такую вот пульсирующую, мрачную, такую шумную, шумовую такую вот музыку, вот, в общем-то, как бы это с одной стороны пришло из электроники, из эмбиент, там, от постпанка, но с другой стороны это пришло и от металла тоже. То есть я бы сказал, что в этом смысле как-то вообще рок-музыка сейчас несколько больше консолидировалась, чем раньше. Потому что раньше, я помню, это была вражда. Панки против хиппи, металлисты против психоделистов там, и прочее, прочее. Сейчас, как мне кажется, в общем-то, все рокеры самых разных направлений в гораздо большей степени чувствуют себя в одной лодке. Да? Потому что как бы мы все противостоим вот настоящим врагам, это вот всей вот этой попсе, R&B, диско,
Я уже не говорю там про шансон там. Это про, страшно на этой радиостанции упоминать такие слова. Да, но тем не менее, хотим мы этого или нет, но они существуют. Артемий, ну все здорово, все отлично. И, наверное, такой один из самых главных вопросов, куда мы двигаемся? Как ты думаешь, твое мнение? Что будет завтра? Ну, знаешь, Игорь, значит, я в этом смысле, конечно, не любитель давать прогнозы. Я еще не сталкивался с тем, чтобы какие-то музыкальные прогнозы вообще когда-либо оправдывались. Вот. Если ты помнишь, когда в самом конце 70-х появилось такое направление, как рэп, то все говорили, это на 1-2 сезона, это анекдот, это вообще не музыка. Точно, вот. Точно, что случилось на самом деле, мы все прекрасно знаем. 20 лет. Да. Вот, значит, на мой взгляд, конечно же, рок, скорее всего, уже никогда не будет такой, скажем, главной музыкой, какой он был на протяжении нескольких десятилетий. Вот. То есть, в принципе, ну, до некоторой степени он повторяет, наверное, путь джаза. Потому что с джазом было то же самое. 20-е годы, 30-е годы, 40-е годы, джаз, да, эра джаза. Потом опаньки, и началась эра рока. Сейчас я думаю, что... классика, и рок, наверное, станет. Да, я думаю, что рок, так же, как джаз, станет уже музыкой такой, как бы, ну, нишевой, что ли, да. То есть музыкой для тех, кому нравится, это энергетика. Или музыкой поколенческой, вот как вот мы, да, вот люди, которые инфицировались вот в 60-е, 70-е, 80-е, да. Мы с этим и умрем. Вот, и несем этот вирус в себе. Вот, я думаю, что в этом смысле рок еще долго будет и существовать, и прекрасно себя чувствовать. Вот, уверен, что, естественно, всякие технологические дела, связанные с интернетом, с цифровой технологией и так далее, думаю, что они року не повредят, вот, поскольку рок — это, в принципе, музыка очень демократическая, и чем больше людей его будет и слушать, и создавать, тем для рока лучше. Ну и кроме того, я считаю, что интернет, конечно, очень здорово помог року, как живому искусству, в плане того, что он поднял, наконец-то, по-настоящему поднял концертную деятельность. Потому что, в общем-то, ни для кого не секрет, что огромное количество мастеров рока, они уже, то есть, започивали на лаврах уже всерьез и надолго, да, то есть пластинки продаются, авторские идут, а нафиг вообще париться, да. Вот сейчас они все встрепенулись, все снова собрались, все расчехлили гитарки, и на гастроли, да. Сдули пыль с барабанов, и все поехали на гастроли, потому что, ну, кушать хочется. Кушать хочется, да. Я считаю, что это очень хорошо, что это очень, конечно, позитивно. Динамику, да. Вот, потому что в отличие от той же попсы, R&B там, и так далее, которая, естественно, музыка фанерная, вот, причем изначально фанерная, вот, иной быть не может. Рок — это музыка живая, вот, и рок — это музыка, как бы, которая здесь и сейчас происходит. Вот, поэтому то, что вернулась, причем так, big time же вернулась в полный рост, вот вся вот эта концертная, гастрольная история, я считаю, для рока это очень хорошо. Смотри, ну на самом деле мы сейчас проводим конкурс «Музыкальной революции», если ты в курсе, по всей России, да, в нескольких номинациях, и ты себе не представляешь, насколько много к нам приходит молодых, гаражных именно рок-музыкантов, которые молодые, то есть 17-15, 20-25 лет, которые играют настоящий, крепкий, старый, хороший рок, металл, блюз, баллады на английском. Артемий, сейчас, я думаю, все-таки все развивается по спирали, сейчас какой-то новый виток должен быть. И виток достаточно широкий, то есть, потому что молодежь интересуется всеми жанрами, которые мы сейчас с тобой пообсуждали, и панк, и нью вейв. То есть они окунаются в те далекие 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, и каждый берет оттуда то, что ему ближе по духу. То есть генетически оно все продолжение есть. Согласен, да. И, конечно, очень хорошо то, что нет ни малейшего дефицита информации. То есть информации столько. Вот, информация такая, на самом деле, очень вдохновляющая. То есть я постоянно слышу каких-то молодых ребят, музыкантов, там, мы послушали там Doors, вау, вообще, какая моща. Да. Мы послушали там, скажем, ранних Black Sabbath, это же караул вообще.
Ну, то есть... и прочее, и прочее. То есть информация доступна, и это информация, которая реально людей, как бы, к этому предрасположенных, очень заводит. Точно, точно. Конечно, сейчас опять песня. Ну и что сейчас выберем? Ну, я тут уже пару раз упоминал группу Doors. Я думаю, давайте послушаем в заключительной части нашей программы голос моего любимого рок-вокалиста Джима Моррисона. Итак, группа The Doors. Итак, прозвучала группа The Doors. Безусловно, это моя тоже одна из самых любимых групп, на которой я вырос. Я ее начал слушать еще в конце 60-х. То есть это... Игорь, ну ты как клавишник, ты должен особенно ценить Doors, потому что для многих Doors это Джим Моррисон, естественно. Конечно, такой, конечно. Такая одиозная фигура. Рок-икона настоящая. Но для тебя, я уверен, Doors это... в не меньшей степени Рэй Манзарек, абсолютно, который, вообще говоря, мой любимый рок-н-ролльный клавишник. То есть вот, конечно, то, как он играет и на электрик-пиано, и на Хэммонде, ну, это, конечно, потрясающе. Вот эти его пассажи, причем их копируют все бесстыдно с тех самых пор, и все равно как. И все равно звучит. Настолько лаконичный, настолько у него не было вот этих виртуозных там пассажей, но настолько он играл те две нотки, которые именно нужны в это место, в нужное время, в нужное место. Это великолепно, действительно, и я очень рад, что скоро второй раз они уже приедут к нам в Россию. Потому что я надеюсь, ну и наконец-то я первый раз схожу, потому что в тот раз я в этот самый день я был в Питере. Там был в Питере какой-то концерт, который я сам устраивал. Я уже не помню, кто. Вот, я даже помню этот день, 7 июля. Точно. 7:07. Я очень хотел пойти. А вот, но вот, увы, а привозят наши друзья, я тебя приглашаю заранее. Теперь приеду, притащу им. Винил всякий, да, особо. Вместе пойдем, обязательно. Ну, Артемий, пару слов про нашу радиостанцию. Ты слушаешь вообще Rock FM? Я слушаю Rock FM, то есть у меня имеется 6 кнопок. В пресете забиты, да? В машине, да. Rock FM первая? Нет, Rock FM у меня на 4-й кнопке. Но она работает в основном у тебя. Да. Работает очень часто. То есть я вообще скажу, что музыкальных станций... У меня там всего три музыкальные станции, все остальные я просто уже не могу. Вот, а остальные три, соответственно, Эхо Москвы, там, Сити FM, теме, то есть да? Говорильня, да. Говорильня. Вот, а музыкальные у меня Рок FM, ну еще две неплохие станции. Ну, пару слов к пятилетию нашей радиостанции. Ну, я считаю, что... Вы вообще молодцы, что затеяли это дело. И я считаю, что станция эта исключительно хороша тем, что это станция, которая ротирует исключительно качественную музыку. И дело может быть даже не только в том, что это рок, да, но дело в том, что это просто музыка, которая говорит, которая звучит сама за себя. Это высокое качество, это высокая энергетика, это хороший вкус. Вот это, конечно, прекрасно. Я бы все-таки намекнул бы, что было бы неплохо разбавлять плейлисты какими-то отечественными рок-произведениями, но, естественно, так, чтобы не сажать общий уровень станции. Потому что я считаю, что у нас в России все-таки накопился уже определенный золотой фонд своей русскоязычной рок-музыки, и вот так вот как бы ее вот отставлять, да? В сторону, игнорировать, по-моему, это не очень правильно. Но это мое личное мнение, то есть абсолютно не хочу тут
вашим программным директорам ничего навязывать. Вот, но то, что 5 лет эта станция и живет, более того, прекрасно себя чувствует, еще к тому же обзаводится новыми проектами, типа рок-н-ролльщик, вот это просто прекрасно, это просто заставляет меня лишний раз думать о том, что жизнь прожита не зря. Точно. В студии был наш гость Артемий Троицкий, передачу вел Игорь Сандер и Александр Хорев. Всего доброго. Всем спасибо.